Мне кажется, вот люди, которые донаторы, они под конец месяца просто выбегают из этого приложения, чтобы к ним не лезли так «план, план, план, план». Ну да. Тут же все просто. Реактив, может быть, ты тогда поможешь? Хоть одним подарком любым. Кто тут у нас есть? Тягуинбхо. Хей. Ну да. Thank you, Лелю. Ну да, захочешь подарить, не захочешь, не подарит. Ой, видимо, мне никто не хочет. Куда я... Вот, пора сделать первый шаг. Будешь моим личным донатором. Лилю, thank you. Личико у тебя милое. Спасибо. Назим, привет. Всем пока. Я помню. Да это же все равно подарки, они просто для поднятия актива, они же даже ничего не приносят. Лилю, thank you. Maybe can you give me kiss? Тайный гость. Привет, секретный незнакомец. Масса, привет, Масса, привет, Николай, Фенербекели. Ну или нет? Ну да. Я не знаю, может быть, лучше вечером выходить в эфиры. Потому что это вообще как-то... Вот я только с тобой одним общаюсь. Ну ладно, не жалуюсь, ты хороший. Томми, hey, Томми, how are you? Good morning. Я не могу в обед. И, ну, где-то часов... Ой, Хан, привет, Хан. Короче, у меня учеба же. Пока я донатить не начал. В смысле, что-то... Нет, нет, ты плохим не станешь. Ты будешь моим другом. Привет еще раз. Хан, куда уходил? Ой, спасибо, спасибо. Можешь отправить поцелуйчик в щечку. Какое слово? Друг. Хорошо, я придумаю по-другому. А где кисть? Хан, как у тебя делишки проходят твои? Ой, спасибо, Хан, спасибо, спасибо, спасибо.
Потихоньку помогаешь мне план закрыть. Что ж ты выиграл ты там? Глянь, 200 алмазов выиграл. Вообще молодец какой, хан. Супер. Ой, спасибо. Спасибочки. Спасибо. Хан, я на тебя подпишусь. Ты вообще крутой. Ты сегодня меня вообще спасаешь. Ой, какой хорошенький. Давай дальше открывайся. Dream Andrea. Ой, Diamond Andrea. Привет. Спасибо большое, Хан. Спасибо. Вообще умничка. Спасибо. Какой план? Мне не хватает вообще 19, но в принципе мне помогут закрыть кураторы, а так 11 тысяч мне не хватает. Буду рада вообще любой помощи, хоть одному бабу. Ты вот глянь уже, как мне помогаешь. Спасибо тебе большое, спасибо, правда. Вообще у меня план 80 тысяч, вот, и не хватает совсем немножко. Совсем чуть-чуть. Спасибо. Резкий. Ой, резкий, говорю, реактив. Спасибо большое. Так расщедрился. Хан. Это вообще крутой. Реактив. Учись у Хана. А Хан куда-то пропал и молчит, и ничего не пишет. Побереги свои нервы. От чего поберечь свои нервы? Я либо еще не проснулась, что я вообще не соображаю, либо ты меня как-то путаешь. А что это за человек? Расскажи мне. Хорошо, реактив. Буду себя бояться. Великий и ужасный. Не поверю. Ты хороший. Что ты врешь? Не обманывай меня. Не обманывай всех, кто тут есть. Бобби, хай. Ой, Хан, спасибо, спасибо, Хан. Я и не собираюсь доказывать. Спасибо, Хан. Какой-то злой стал. Что у тебя стряслось? Хан, спасибо. Я вот тут на эфирах вообще такая, какая есть. Со мной вон общаться только одно удовольствие. Кому угодно зуб заговорю. А вот все дошло. Это не злость, это правда. Да ладно вам. А ты от какого вообще города? Реактив. Хан, а ты с какого города тоже? Расскажи ко мне. М?
раньше спрашивала. Не помню. У меня очень плохая память. У меня сейчас 18:53, да. Из Москвы. Вообще круто. Круто-круто. Пролетарская. Угу. Нет, 8:53. У меня только утро. Двенадцать пятьдесят три. Ну да, ты из будущего. Не знаю, для меня до сих пор так странно, то что у кого-то обед, у кого-то утро, у кого-то ночь. Просто услышал. Понятненько. Для меня все так же странно, то что когда-нибудь, типа, я стану взрослый такой. Ну, мне там, допустим, будет 30 лет. Я вообще в это не могу поверить, потому что для меня вот... я не знаю, я просто не могу это поверить. Как бы вот есть, допустим, бабушки и дедушки. Это просто вот... Но они играют роль бабушек и дедушек. То есть они всегда будут бабушками и дедушками. Есть родители, они всегда будут родителями, а я всегда буду подростком. Я вообще не могу поверить, что я вырасту.